Слышь, будь другом, пойди погуляй. Нам с Володей поговорить надо. Ну, пойду. Поиграю. Давай. Ну что, поговорим по душам, Владимир Владимирович? Чё ты ворам не дал меня грохнуть, а? А тебе зачем знать? Дышишь, радуйся. Понять хочу. Тревожусь, когда что-то не понимаю. Да, милый, ты еще столького не понимаешь. А ты просвети. Ладно, карты под стол, стволы на стол. Тогда в 89-м пистолет тебе подбросили. По моей наводке. Опа. Значит, получается, это не я твоего братца застрелил, да? На, не ты. А кто тогда? Понятия не имею. А чё ж ты тогда на меня его повесил? А потому что ты наглый сучий потрох, который думает, что он умнее всех. И на всех остальных кладет с прибором. Нет, Володя. Сучий потрох — это ты. Теперь понятно, что тебя из органов турнули. А, вот это вообще больная тема. Я же лучший сыскарь был. Я же работал как папа Карло. Я теперь полканом был бы, не меньше. Но ты встал у меня на дороге, сучонок. Как бревно, как шлагбаум. Ты же меня лишил любимой работы, ты понимаешь? Я теперь вынужден общаться с отребьем, которое я ненавижу. Но ты теперь, как самый умный, будешь работать на меня. Как миленький будешь работать, как зайенька. Пока я не скажу мясникам вас, рвите его, суку. Потому что сейчас за мной государство и спецслужбы. Я тебе внятно объяснил, а?